французские блинчики получаются очень нежными, тонкими и буквально тают во рту. Сладкая начинка привлекает повышенное внимание детишек, так что блинчики придутся по вкусу абсолютно всем. Перед вами простой рецепт приготовления французских блинов. Готовые блинчики можно подавать с любой начинкой, кстати, не только сладкой, например, сыр или творог. Уверен, у вас все получится приготовить и вам понравится. Удачного приготовления! Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Смешиваем муку, сахар, пекарский порошок и соль, добавляем остальные ингредиенты, взбиваем все до однородности. Нагреваем сливочное масло на сковороде, вливаем небольшое количество теста, покрыв все дно сковороды, жарим каждый блин до светло-коричневого цвета с обеих сторон. Готовые блинчики смажьте внутри джемом или вареньем, сверху присыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Мука 1 стакан, сахар 1 столовая ложка, соль 4 столовые ложки, яйцо 3 штуки, молоко 2 стакана, топленое масло 2 столовые ложки, яйца 2 штуки, ванилин 1/2 чайных ложки, джем 1 по вкусу или варенье, пекарский порошок 1/2 чайных ложки, разрыхлитель, количество порций 1-2. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачи!